Ребят, всем привет! Приехали мы на участок. Тёма и Паша с другом приехал. Сейчас Паша с другом вот эту пачку гипсокартона заносят в дом. Потому что обратно передают дожди на пару недель. А сегодня у нас куча работы. Должны делать септик, приехать, привезти сыпучие стройматериалы, песок и щебенку фракции 5-20 на бетон. Вот, и я сейчас сделаю замеры, вот здесь кинул шнурок, делаю замеры, чтобы посадить хозпостройку, она у нас вот здесь будет, на вот этом месте. Так что сегодня нам работы предстоит много, как там говорится, в добрый путь. Приехал уже к нам трактор, мы с Тёмой вместе разметили хозпостройку, раскидали, чтобы сейчас привезут мне сыпучие материалы, чтобы я знал, куда выбросить. Нужно будет сюда половину машины выгрузить. Вот стоит метка, пол машины выгрузить. И вот туда вот, сюда пойдет песок. Ну, как-то так. Работы потихоньку движутся. Машину я перегнал. Ребята будут, то есть там сейчас пьют чай или там, что они там пьют, кофе, короче. Сейчас должна подъехать бригада, которая будет делать септик. Трактор приехал чуть раньше, вот я же показывал. И договорился с трактористом, говорю, давайте мы тогда начнем, засечем время, а потом остановим, ну, чтобы ему время не терять. И нам побыстрее будет. Сейчас он прокопает мне траншею для водоснабжения до скважины. И потом мы время его работы остановим, мы с ним так договорились. Вот красота! Траншейка будет готова. И водичка у нас будет здесь заходить в дом. Теперь он отсюда вот... Я попросил, чтобы сюда землю не сбрасывать. Он говорит, сюда будет быстрее. Я сейчас ковшом все уберу. И... Положит мне на границу участка вот сюда, где скважина. Вот сюда сейчас все положит. И потом оттуда я буду себе забрасывать. У нас сегодня здесь просто ажиотаж. Приехали работники, те, что работают в доме. Приехал сантехник, который будет вести септик. Приехал трактор, копает за домом. Копают нам все. В общем, тут просто сегодня работа просто кипит. Парни красавчики, просто красавчики. Паша с его другом вдвоем пришли. Вот грузят, заканчивают. Остался вот этот вот синий, зеленый, да. Вот этого, а, еще один там. Короче, все они сложат сюда. Это наш гипсокартон, который будет и на потолок. И ребята еще будут, те, что сейчас разгружаются, они будут подшивать ванную, туалет вот этим влагостойким. Планку занесли мы с Тимофеем. Ребята электрики повыводили уже и подрозетники. Кинули провода везде по всему дому. Второй этаж кинули. Все в коробках. Там такие вещи понавытворяли. Здесь вот пришло все сюда нам в щиток. Сейчас пойду покажу, что на втором этаже они сделали. А второй этаж у нас получается в полу. Они все провели. Везде. По всем комнатам поразводили. Коробки соединительные. Повыводили уже розетки, подрозетники. Выключатели еще будут ставить. Вот, лампочки, ну, освещение. Короче, вот так вот, потихоньку, с Божьей помощью, у нас все начало двигаться. И сегодня, я уже говорил, что привезут сыпучие, потому что на завтра обратно передают дождь, и сюда грузовик не зайдет, потому что обратно все раскиснет. А трактор нам... Копает септик. Вот сколько у нас всего будет. Вот это красота. Что-то двигаться начало. А тут целый месяц простоя был. О, септик у нас копается. Красота. Просто красота.
Откопали мы скважину, сделали все, траншейку сделали, просто красота. Ну и здесь все, котлован готов. Ждем теперь самогруз с кольцами, чтобы все потом это все дело засыпать и сделать. Привезли нам этот песок, хотел сказать, отсевчик. Тут нужно отрегулировать, чтобы половина высыпалась в одно место, а потом остаток. Давай, 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 давай. Все. И теперь мы сейчас протянем чуть-чуть дальше, он остаток высыпет, чтобы мне потом его не таскать. Ну вот, мы высыпали сюда. И теперь остаток сейчас высыпят мне сюда. Как раз будет в хозпостройке нашей, чтобы мне не таскать туда-сюда бетон и все остальное. Подорожало все до крику. Вот это, что привезли мне, 7 тонн, 15 тысяч стоит. Просто кошмар. Отлично. И сейчас же он мне привезет песок. У меня просто слов нету. Господи, спасибо тебе за твою милость, что самогруз проехал. Проехал и не утонул. Это просто милость. Красота. Заехал прямо к котловану. Боялся, что он сядет здесь в болотах, так сказать. Но, слава богу, и время есть возможность. 4 дня было сухо, вообще красота была. И есть возможность подъезда, все подсохло. Но небо-то начинает хмуриться, хмурится небо. Вот сейчас изнутри, там внутри еще кольца и в общем, все за один раз привез. Я тоже тут немного работаю, пока один в яме, там меня попросили зацепить кольцо двойное, вот это большое. Сейчас прицепимся. Пока мне тут септик ставят, уже везут мне песочек. Песочек приехал. Сейчас высыпем, я рассчитаюсь и побегу дальше помогать. За хоззоной в другой открытой хоззоне. То, что мы с Тёмой наметили, вот это будет закрытая, а это будет открытая хоззона. Пока я бегал с этим, с песком, да, рассчитывался, да все, ребята уже тут позакрывали все. Красавцы, вот это будет основная, а вот это будет переливная. Там 1,5 метра, здесь 2 метра. Ну и финальный аккорд. Все засыпать. Тут поставили эти переходники, люки. Все поставили. И теперь трактор сейчас нам закроет все. Пока там занимается септиком, я сейчас сюда спущусь. Вот это вот подровнять надо место, чтобы аккуратненько было, чтобы можно было сюда поставить кольца. Сейчас тут разровняю все аккуратненько. Сделаю. Попросил, чтобы здесь чуть-чуть глубже сделали. Ну, один раз он выбрал ковшом, чтобы можно было это разровнять и не выбрасывать землю, а сбросить вот сюда, в эту яму, где я сейчас стою. Зацепил он, правда, немножко труба, она здесь лопнула чуть-чуть, трещина пошла. Но я сниму вот этот вот горловинку, сниму, когда скважина обрезается, и эту горловинку поставлю. Так что этот момент у нас поправимый. Как там говорится, куй железо, пока горячо. Вот пока здесь есть трактор, мы кинули трубу. Давай, сына. Опа, вытащили тебя. Вот. И вот сюда она приходит наверх. Через нее будет идти коммуникация. Все, засыпаем. Вот это сколько мы сыпали лопатами. Я даже не представляю, сколько мы лопатами сыпали. Это просто... Наверное, неделю тут с парнями сидели. Да.
Ну, это так будет красота. Доска потом сгниет, но труба тут очень много подсыпать пришлось бы. То мы решили доску подставить, оно туда все просядет, подмоет дождями, и все будет хорошо. А там сделал такое заграждение, чтобы туда не сыпалось, в колодец. Погода вообще начинает портиться. Ветер, холодно стало. Обратно все к дождю. Ну, мы практически работу закончили. Тут мы засыпали. Тракторист мне сделал все. Тут у меня вот так вот отгородило, чтобы мне не пересыпалось. Сюда я брошу кольца, заведу. Потом через трубу эту все прокину. И с парнями мы поставили дверь. Правда, мы эту дверь еще не запенили. Но уже у нас стоит одна дверь. Потому что я взял пену, а она у меня стояла, ну, где-то с год дома. И получается, что вообще я ее попробовал пшикнуть на мусорку, она вообще никакенная. Я просто баллон выбросил, даже сюда цеплять ее не буду. Ну и открыл этот вход, чтобы здесь можно было ходить. Септик сделан. Мне ребята сюда набросали чернозема сверху. Оно все сядет. Ну все, как-то так. Сейчас я буду звать ребят. Где-то они пошли в лесок посмотреть. Тут у нас еще люди работают. Делают слив. Борис, пожалуйста, подай молоток. Сейчас подам. Поднимается ветер. Я сейчас буду звать парней. Человек еще будет работать. А мы будем... Что-то мне в горло попало. А мы будем ехать уже домой. На этом сегодняшняя наша стройка закончена. До завтра. Пока-пока.